От Рождества Христова год 1565, от сотворения мира 7073. Русь истерзана голодом и Ливонской войной. Польский король Сигизмунд, по-русски Жигемонт, один за другим берет пограничные города. По Москве ползут слухи о предательстве новгородских бояр. Для искоренения измены царь Иоанн Грозный вводит опричнину. Опричники, сторожевые псы государевы, заливают страну кровью. От ужаса опричных злодейств слагает с себя сан митрополит Афанасий. Православная церковь обезглавлена. В бедствиях державы Иоанн Грозный видит знамение скорого конца света, страшного суда Божия. Царь призывает в Москву настоятеля Соловецкого монастыря, друга детства Филиппа Колычева. Я услышал одно из четырех животных, говорившее громовым голосом: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук. И дан был ему венец. И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дан большой меч. И вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И вот конь блед, и на нем всадник, которому имя смерть. И ад следует за ним. Объяли меня муки смертные. И потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облекли меня. И сети смертные опутали меня. В тесноте моей возвал я к Господу. И Бог услышал голос мой из чертога своего. И вопль мой дошел до слуха его. И избавил меня Господь от ненавидящих меня. И от сильнейших меня избавил меня Бог мой. Дай знак. Дай знак, Господи, что любишь меня, что не оставил ты меня. Дай знамение.
Сукна фряжские есть? Только рыбу в мороженое везем. Рыбу? Дай я вас. Держи, матери отдашь, вечером пирог сделать. А там что? Так рыба же. Вот она моя рыбка, Вайта, смотри! Рыба, говорит? Положи, положи. Это мои сани искать здесь нечего. А ты кто такой? Это же игумен Соловецкий. И грамота у нас есть. Благослови, отче. Благословляю на доброе дело. Едем. Батя, это моя девка! Я сказал, едем! Батя! Едем! Боже, когда же придешь ты? Что долго терпишь? Государь мой. Государь мой. Прогони их. Прогони их. Прогони их, государь. С утра стоят, плачут. Надоели. Чего ждете, сервицы? Че по моему двору топчетесь? Как Иуда предал Господа нашего Иисуса Христа за 30 серебряников, так и вы
продали души свои за наслаждение мира сего! Предали православное христианство! Митрополита довели! От вас в монастырь-то он укрылся! Не гневайся! Каждый смерть! Смерть мне! Смерть государю без митрополита! Этого вам и надобно! Знаю я вас! Отец, услыши скорбь мою, на кого оставил нас? Осиротели! Отец, вернись, отец! Всем народом молим! Отец, молим всем народом! Вернись, отец! Всегда на пути нам встает случай. Другой дороги нет. Сойди прочь. Лешарю. Государь. Господь. Государь. Страшный суд. Что с тобой? Государь. Страшный суд. Приехал. Приехал. Где Липушка, родной? Приехал. Услышал меня Господь. Знак подал. Оттащите его, сына. Погоди, Басманов. Погоди. Может, тебе еще ему... В ноги кланяться придется. Ведь это знак мне. Знамение. Что я тебя на мосту встретил. Быть тебе митрополитом. Образумься, государь, какой я митрополит. Испугался. Ехай. Проверю твою работу. Иван? Колыч? Поди. Глазам не верю. Игумен Соловецкий в Москву пожаловал. Небось, позвали? Здравствуй, дядюшка. Здравствуй, племянник. Сколько же мы с тобой не виделись? 15 лет. Сколько ты в скиту сидел? Только, видать, мало тебе 15 лет. Я от всех соблазнов открестился. От каких соблазнов, не пойму. Даже митрополит от злодейств опричных в монастырь сбежал. Так что я на войну. На войне все просто, понятно. Там враг. А мы тут в Москве.
уж врагов. Ты чего, Иван, сдурел? Чего лаешься? Прощай, дядюшка. Служи верно. И помни, нас из Колосевых в живых двое осталось. Ты да я. Молючися, грозный и страшный посланник небесного царя, воевода, весело просвети меня, грешного и окаянного, да не ужаснуся зрака твоего. Весело с тобой спутешествую. Воды стоит боком, а потому мельницу можно ставить вдоль плотины. А передачу с него делать не через рычаг, а через зубчатое колесо. Вот чертеж итальянца Леонардо. Леонардо? Понимаешь? Я. Государь. Подарки привез. Здравствуй, Филипп. Я гляжу, и немец мой опричный тебе сгодился. Быстро учится. Ага. Андрюша Штаден, немец дошлый. Ну, че по углам жмешься? Тот, кто ближе к здарию, тот обжигается. Боишься обжечься? А тот, кто дальше от Каздария, замерзает. А там у тебя кто? Никого. А ну-ка, пойдем со мной, пойдем. А это кто? Сирота. А? Сирота, не пугай ее, государь, она блаженная. Да я пугать не буду. Я сам сироток люблю. Ну, давай подарки смотреть. Вот два потира, отец, для Соловецкой обители. Благодарю, сын. Благослови. А вот смотри-ка, что у нас тут. Матерь Божья. Нравится? А вот государь ее тебе и подарит. Вез Филиппу. Отдам тебе. На. У меня пускай живет. У меня там много старец и богомолец. Скучать не будешь. Иди, собирайся.
А твоего ответа мне долго ждать? Я уже ответил, государь. Не за таким ответом я тебя с Соловков вытащил. Неужто опять мельницы хочешь строить? Лучше мельница, государь, чем виселица. Это ты моих злодеев-опричников испугался. Не хочешь с ними знаться? Не хочу. Крови много. Добром за добро. Злом за зло воздаю. Нету моего желания на это. Сам знаешь, воля Божья. А хочешь, покажу. Ко мне поедем. Не убежишь! Не убежишь, моя хорошая. Давай. Давай. Здравствуй, малюта. Скажи, много ли врагов у меня? Много, государь. А нет ли оклеветанных? Все сами признались. А мы сейчас с игуменом у изменников сами и спросим. Посвети-ка мне. Вон. Данилка Лычков, окольничий мой. Брат его, Никитка. Курбатов, Дмитрий князь. Узнал? Митька, скажи, враг ты мне? Враг, государь, враг. И кто ж тебя соблазнил? Жегемонт польский. Он мне денег обещал за мою измену. И чтобы воевод твоих подкупить. Не нашли при нем денег. Казни меня, государь. Нет мне пощады. Митя, а милости хочешь? Хочу, государь. Так слово мне дай, что после являться ко мне не будешь. Христом Богом клянусь. Что молчишь, игумен? Таких у меня сотни. Вроде смотришь на них, люди как люди. Плачут, каются. А ведь что затеяли? Государя своего предать? Миловать их? Миловать. Господь накажет. Господь? Господь-то милостив. А вот кто дело крови великой и пота вершить будет? Кто измену на Руси? Истребит. И кроме меня некому. Помилуй. Государь. Помилуй. Милую.
одно доброе дело. У Господа радость на небесах. Господу служишь, а для государя места нет. Когда добро творишь, то твоя воля его воля. Ты помазанник Божий. Вот слышу, чего ждал. Обещаешь и впредь государю в лицо правду говорить? Обещай. Обещаю. Целуй. Один я. Сейчас помилуем, князя. Помню, князя, обещание свое. Не влезя к государю. Митька Курбатов обманул. Обещал ведь не являться мне. А? Помилуй меня, государь! Возьми вину мою на себя! Не успел меня живым сгубить, как теперь мертвый явился. Тошно там. А? Возьми язык мой, блудливый! Грех на тебе! Грех! Да какой же грех на мне? Что опередил вас? Казнил раньше, чем вы меня предали? Не боюсь вас. Не боюсь. Живых не боялся. И мертвых не боюсь. Тьфу на вас! Тьфу! Вон пошли! Не боюсь я вас! Пошли вон! Сгинь! Не боюсь! Не боюсь! Не, не боюсь. Не боюсь. Лето 1566-го понуждал царь и великий князь Иван Васильевич сия Руси игумена Филиппа на митрополию. Игумен Филипп дал слово, что он в опричнину и в царство
царский домовой обиход не вступался? И не просил бы, чтобы царь и великий князь опричнины оставил. А царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси будет советоваться с митрополитом? Как дед его, великий князь Иван, советовался с прежними митрополитами! Митрополиту нашему Филиппу, митрополиту московскому, многое лето! Многое лето! Многое лето! Многое лето! Жезл пасторства, отче, прими, и на седалище старейшинства взойди. И моли Бога, и всех святых, о нас, о детях наших, и о всем царстве нашем православном. Да сохранит Господь царство Твое российское, самодержавный царь и владыка. Мирно да будет государство Твое. Слишком много этого попа стало. И победно пребывает во веки веков. Государь Анасакин. Народ московский! Вот новый митрополит! Держи народ от щедрости государевой! Ангеле Божий, умоли Господа обо мне, грешным и окаянным, рабе и Ане. Ангеле Божий, Господу, Господу, помолись, попроси Боженьку, да подаст Он воинству Христову победы и одоления над латинами и басурманами. Господи, яви знаменем Твоим победы над врагами моими. Что любишь ты меня, что защитник ты мой, что не оставил ты меня, Господи.
почему так мало людей привели? Легкие свежие силы подтягивают. Сам же Гемон с ними. До моста можно, за мост нельзя. Там Полоцк. Здравствуй, владыка. С тех пор, как ты приехал, мне не так одиноко стало. Сам государь убрал всех своих близких. Подумай о душе. Сказано, прощайте, и вам прощено будет. И сказал пророк, горе мужу тому, которым управляет жена, и горе городу тому, которым управляют многие. Всех прощать. Так и погибли великие города и царства. Государь, людям не веришь? Людям не верю. Уже Адам не послушал Божью заповедь, преступил ее, вкусил плод от древа. А какое страшное наказание. Государь, не прогневайся. Яви любовь. Без любви вера наша тщетна. А я верую в страшный суд, что Господь судить меня будет за грехи мои и за грехи народа моего.
Нет большего греха, чем царской воле ослушаться. Ибо написано, всякая власть от Бога. Эй! Бездельницы! Нежимоки! Чисто убирайте! Чисто! Чисто! И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святые грады Иерусалим, новый, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Филипп, иди сюда, иди скорее. Открывай! Новую жизнь хочу начать в новом дворце. Лучших по всей Москве собрал. Боярские дочки, все невесты, девицы. Хочу, чтобы чисто у меня было. Гляди, вот, всех вон, весь хлам, чтоб чисто было. Гляди, вот он, новый святый град Иерусалим, украшенный как невеста для мужа своего. Отличный дворец. Творишь, государь! А я вел, владыка! Видишь, как государя любить надо! Прекрати, государь, вся пошли строй. Отдай хлам сатане! Сатана на дне воды! Идите в воду, девицы! Мы всю свою любовь государю отдадим, и он от этого сам чудотворцем станет. На что ему тогда нужны будут бояре, купцы и митрополиты? Не слушай его, он искушает тебя. Что тебе страшный суд, государь? Не бойся страшного суда, ты сам нас всех спасешь. Не надо, государь, не соблазняйся, он еретик. Ты все можешь? Вот, прикажи молнии прямо сюда хряснуть! И что, хряснет? Волны! Плеть в руке твоей, государь! Не надо, государь! Прости, государь! 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 Полк сдан! Поляки с тыла обошли, а город сам ворота открыл. Уйди из глаз моих. Прошел я всякого грешника от Адама. Растлен умом, Господи, по неразумию и тупости уподобился скоту.
осквернил главу свою похотью и непотребством всяческим, ноги его стремлением на злодейство. Кайся. Помилуй меня. Кайся, государь. Тебе легче станет. Кайся. Много грехов, Филипп. Каюсь. Каюсь. А их без покаяния на вечную муку. Кого? А всех, кто там был. И сотников, и воевод. Всех на кол посажу. А коней их прикажу на куски изрубить. Никого не пощажу. Город сдан, даже мертвые виноваты. Опомнись, государь. Прикажи, владыка, на завтра панихиду служить. И по мертвым, и по живым. Лёшка Басманов, воевод всех ко мне в Москву. Великий грех творишь, государь. Для государя грех один, когда город сдан. Господи, неужто оставил ты меня? Не отыми от меня любовь твою, Господи. Помилуй. Едут. Остановитесь, воеводы. А ты кто таков? Опять ты не узнал меня, Иван. Гляди-ка, дядюшка. Нас митрополит встречает. Воеводы, нельзя вам по домам. За то, что вы полок сдали, государь вам уже плахи приготовил. Как полок сдали? Да ты что, владыка, мы поляков прогнали. Гляди, владыка. А это что? А вот это? Знамена польские. Целая телега. Поляки вас с тыла обошли. А полоцким сам ворот раскрыл и сдался. Если вам головы дороги, поверьте мне, опалу у меня переждите, отец Элеодор. Слушаю. Проводи их. Иван, спросить хочу. Ступайте за мной, государи мои. Скажи. Измены же не было. Да какая измена, дядя? И я тебя хочу спросить. Ты зачем за нас в петлю лезешь? Беги из Москвы, жизнь свою спасай. Не могу, Господь не пускает. Ты здесь, в моей месте. Ежели беда со мной случится, девчонка тут блаженная, дурочка, прибилась. Позаботься о ней. Может, при монастыре ее каком поселишь. Вон она, на телеге. Вот чудо. Опять она. Государю я! Слово и дело! Государю! Государю! Слово и дело! Алёша! Григорий Лукьянович! Гаврилушка, играешь? А где у нас тетка? А? Где у нас тетка? Ну, позови мне тетку быстро.
дал, чтобы ты не бегал. Сейчас вот. Так. Сиди, я сейчас. Будь здоров, Васпанов. Здравствуй, Николай Куприянович. Эх ты, боярин. Ты наш царь. Ты всесильный владыка жизни и смерти нашей. Ты перед Господом за нас отвечаешь. Чему клонишь? Зачем нам митрополит? Чужой он нам. Нашептали. Ну и шо ж, Филипп младенцев жрет? Или в жабу обращается? Не, и попам, государь. У него на подворье воеводы живут, которые ливанцам продались. Среди тех опальных воевод. Ванька Колычев, племянник Филиппа. Друг Ваньки, Петька Салтыков. А Салтыков Шури, Шуйского и дальше так же. Всех шестерых Филипп укрыл. А зачем, сам думай? Ну, здорово. Государи мои. Хлеб, соль. А можно к вам? Садитесь. Ну? Чё приуныли? Князь, садись. Что невеселые? Или не сладок мед у митрополита? Ваньша, Колыча. А ну-ка, попробуй. Жуй, жуй, жуй. Макай, макай, макай. О, жуй, жуй, жуй. Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Так сказал Господь. А с метком-то?
послаще будет. Ну, жул, жул. Государь, моя вина. Воеводы к тебе честно ехали. Это я их сюда позвал. Позвал, а они и пошли. Не верят мне. Царю не верят. А царю нет веры, и на войне победы нет. И скоты не плодятся, и хлеб не родится. Кто власти противится, тот Богу противится. А кто противится Богу, тот отступник. Хорош у тебя мед. Ах, хорош медок. Государя позорите, что? Хвосты поджали, псы трусливые! Товарищ государь! Ты хоть в парчах, но не государь! Как говоришь, холоп, взять его! Не надо! Григорий Лукьянович, милостивец, ведь верой и правдой служил! Верой и правдой! Вот кто вас предал! Воеводы! Доносчику первый кнут! Бери обладка! Григорий Лукьянович, не надо! Не надо! Ну не надо! Ну не надо! Не надо, Григорий, милостивец! Не надо! Я виноват. Суди меня. Воевод к себе я позвал. Поди сюда, поди скорей. Иди. Государь, суди меня. Здравствуй, голубушка моя. Ну, иди сюда. Иди. Не бойся. Ах ты, миленькая моя. А иконка моя при тебе? Государь, я виновен. Государь. Вот она. Государь. А скажи мне, а ты что больше любишь? Заберушек, бусинки или пряники? Заберушек. А пойдем посмотрим. У меня есть. Государь. У меня там всякие есть. И большие, и маленькие. Государь, суди меня. А я не буду ни судить, ни миловать. Не хочу. Сам суди. Пойдем. Пойдем, пойдем. Посмотришь. Обожди. А смотри, что у меня есть. А?
О, ты куда, куда? Это у меня Андрюшка. Он самый лютый. И не боишься? Мишек, я не боюсь, дедушка. Я когда по лесу ходила, за меня Мишка выбежал. Да. А матушка махнула на него платочком. Он поклонился. Матушка сказала мне, что меня Мишки не тронули. А? Это ж какая матушка? Матушка Богородица. Она со мной гуляет, жалеет меня, дорогу мне указывает. Узнавать мне у вас нечего, братцы. Я только хочу совет дать. Смерть она быстрая, а мука бесконечная. Чем терпеть, лучше бы послужите государю. Не перечьте ему. А я только вас помечу для памяти. Кто первый? Шуйский. Давай, Шуйского. Шуйский завсегда враги. Готовили. Песцы самые лучшие. Помощники твои верные, опричники. Дьяки самые мудрые. Суди, владыка. Это же трон. Федька, помоги владыке. Так государь велел. Я не могу. Не сомневайся, владыка. Ты же у нас теперь судья самый главный. Садись. Садись, так государь велел. Ты ведь сам право печалования просил. Вот и яви милость. Суди, владыка. Почему на коленях, князь? Виновны мы, владыка. Признаем. Чем же вина? Во всем, владыка. Мы же Гемонту сдались. А он нас отпустил. Денег посулил. Чтоб мы государя отравили. Терзали вас, чтоб признание вырвать? Сам видишь, целые мы. Сами голову кладем. Вон, видишь ворота? Вон. А с другой стороны нету. А зачем? Когда конец света наступит, Иисус Христос на землю сойдет. Вот здесь вот пройдет, в те ворота зайдет, и с нами навечно жить останется. Пойдем дальше. О, дворец. Ни одного окна. А почему? Почему? А потому что мир-то кончится. Смотреть будет не на что. И все помрет, дедушка? Нет, не все. Дворец останется, а там спасенные. Да. Только никому не говори. Только не пугай дедушку. Ну, смотри. Крыши не надо, потому что ни снега не будет, ни дождя, только... Солнце будет сиять вечно. Вот он, спасенный град Иерусалим. Это моя тайна. Прости, дядя. Все было. И заговор, и деньги новгородские. И тебе солгали. Я с малолетства тебя знаю. Не верю. Не может того быть. Почему так говоришь? Говорю,
Потому что надо так, дядя. И не о чем тут больше толковать. Виноваты все. Вели казнить. Кому потакаешь? Не трави мне душу. Вели казнить. Вот и приговор, владыка. Да что тут говорить, сам все слышал, все сознались. Били мы кого пытали, сам видел, нет. А показывают все одинаково. Жегемонт, Новгород, государя отравить. Суди. Федька, давай печать. Вот она, владыка. Приложи печать, суду конец. Дай Сергуч. Вот, владыка, это все просто, смотри. Вот, 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 вот! Владыка, яви милость. Приложи печать. Не гневи, государь. Не могу. Это не шутки, владыка. Это заговор. Не ждал ты измены. А кто ее ждет, на то она измена, когда свои предают. Приложи печать. Не могу. Приложи печать, владыка. Все как правда, а нет у меня веры. Признаю их вину, а судить не стану. Боже. Боже. Пью вино ярости твоей. Вино цельное. Приготовленные в чаше гнева твоего. Боже, суд твой творю. Открой мне, помазаннику твоему, когда явишь лик свой. Господи, помоги. А ты, Филиппка, чего стоишь? Чего маешься? Не спится? Не могу. Не верю суду своему. Ты осудил. Я осудил. Это не важно. Все виноваты. Филиппушка, в сердце, в голове своей каждый согрешил, каждый предал. Ну иди, иди домой, иди с Богом. Отче, все, как ты хотел. Не нравится тебе мой суд? Вот суд Божий. Пускай Господь рассудит.
казнь языческую. Не мешай. Вершится воля Божья. Не воля Божья. Свою творишь. Сказал Господь, мне отмщение я с вас дам. Вам больно? Конечно, больно. Но они не люди. Они хуже зверей. Христом Богом прошу, останови. Требуется еще кровь. Возьми мою жизнь, Господи. Яко не отрину меси грешного, но общниками обыти святынь Твоих, сподобилось им,
Благодарю тебя, яко меня недостойно, почистися при чистых небесных твоих даров с подобием усим. Но, владыка, человек любче нас, ради умиры и живы воскресы, и даровав нам страшные все, и животворящее таинство, во благодеяние освящения душ и телец наших, дашь быть и сим, и мне, по исцелению души же и тела, просвещение отче моих, сердце моего, мир душевных моих сил. Бог благослови. Благослови, батюшка. Бог благослови. Благослови. Бог благослови. Бог благослови. Бог благослови. Бог благослови. Благослови, владыка. Бог благослови. Государь перед тобой, владыка. Бог благослови. Не туда смотришь. Не вижу я государя. Не могу узнать его. И в одеждах этих, и в делах его. Опомнись, митрополит. Все мы смертны, государь. Помнить надо о суде Божьем. Не то время ты выбрал, чтобы напоминать. Оглянись, чего ты с державой творишь? Божьего закона над собой знать не хочешь? Своих людей без вины казнишь, государь. Не тебе, Чернецу, наше царское дело лезть. Если я замолчу, камни этого храма возопят. Не прикословь державе нашей. Не то постигнет тебя гнев мой. От твоего каянства в миру погибель придет. Ты всему свету показал, что ад мы несем в себе. Филипп, не противься воле моей. Я пришелец на земле и переселенец. Христос с нами. Кого убоимся? Нет у меня больше митрополита. Нет! Нет! Нет митрополита! Нет! Нет митрополита! Ну-ка дай-ка мне! Дай я! Дай я! Дай я! Этот мост, владыка, говорил тебе, не стой у меня на пути. Вот чернец на суд твой, государь. Архиерейский собор постановил, сей чернец Филиппка, овладев митрой, волховал и кудесил, злоумышлял за деньги новгородские, еретик и отступник от Господа нашего Иисуса Христа, был в заговоре с воеводами, Колычевым, племянником своим, Шуйским, Бутурлиным и иными повинен в изменах
предательстве и умышлении на погибель государя нашего и великого князя Московского Ивана Васильевича. Признаешь воровство свое? Нет. Он изменой воняет! Я верный пес государя! Измену за 400 верст! Делаю! Тогда сейчас у другого вора спросим. Ну, признаешь воровство Филиппки? Не вор. Тебя в огне, еретик. Признай, владыка! Ну, признай! Признайся, не гнули бы себя. Гляди на муки его! Не вор, Филиппка! Не вор! Господи, мука какая, дядя! Говорил я тебе! Живой в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного, водвориться! Не убоишься ни страха ночного, ни стрелы, летящие во дни, ни вещи во тьме приходящие! Не сирящие! Небеса Полуденного! Признайся, владыка, прекрати муки его. Не вор! Держи, Филиппка. Подарок тебе от государя. Целую уста, которые не солгали. Теперь этого, государь. Монастырь в оковы до скончания века.
печаль твою. И для веселья твоего, пресветлый государь. Придумали вы, вот из потих. Невест наш опричный, Андрюшка Штадман. Он все придумал. Позови его. Андрюшка, иди сюда! Покажи государю хитрости свои. Ну, немец, показывай потеху. Потеха! Государь, это наказание для измен, которых так много на русской земле. Это гениальный мысль великого итальянца Леонардо. Изменник помещается вот сюда. Крутите! Смотри, государь! Гляди! Гляди, конец света! Семь ангелов льют на землю 7 часов после его гнева! Первый ангел терзает! А терзание есть воздвижение членов до полной телесной погибели! А вот там врагу избитень раздевать будут. А там пироги раздавать. Повеселишь свой народ досыта, царь-батюшка. Государь, это для клятва преступников. На помощь. Люди будут плясать. Вот так. Это наказание для неверных жен и мужей. Государь, на Руси много воров. Зачем сечь одного, если можно высечь сотни тысяч одним мановением твоей руки? За тебя, государь, пострадаю! Первая боль моя! Махни ты рукой, государь! Давай! Второй ангел умертвляет! А умертвление есть! Принесение погибели! Беспролитие крови! Сумелое! Розгами! Батагами! Не больно! И писал Иоанн Богослов. Видел я жену, сидящую на звере. Люблю горки. И жена облечена в порфиру и в угленицу. И в руках она держала золотую чашу, преисполненную мерзостями и нечистотами. Молчи, холоп! Государь! Государь, он лает меня! Истинно говорю, государь! Придет конец света! И вижу на челе ее написано «Вавилонская блудница!» Да как ты? Смеешь царицу бесов? Как смеешь про царицу бесов? Как смеешь про царицу пес? Про царицу как смеешь бес? Правильно говорил про тебя, Филипп. Горит ли в огне? Живьем горит. Связать его! В огонь! Огонь! В монастыре сгною куриная башка. Глаз моих. Спасибо, государь! Сосение есть благая смерть! Земной огонь освобождает душу! И по душе есть огонь бестелесный! Вижу! Вижу, горят стены Новгорода! Люди, огненные леху, с моста валятся! И никому там нет спасения! Страшный суд Новгороду! Где Филипп? Молится.
хочу к нему. Святая Богородица, Дева, спаси меня грешного. Владычица моя, Пресвятая 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 зри. Звал меня владыка митрополит. Я не митрополит. Не признаем твоего низложения. Чего хочешь, владыка? Спасти хочу тебя и братьев. От сегодняшнего дня на третий явится Сатанаил. Я отойду. Грех моей смерти на братья возложит. Братьев перебьют. Бегите из обители. Благодарю, владыка. Скажешь еще чего? Да все уже сказано. Ступай. Сами знаете, кто у нас в заточении. Суждено ему принять терновый венец. Велено мне передать вам, чтобы вы спасались. Я останусь. Но я вам не судья. Кто со мной останется, тому погибнуть.
Кому венец не по челу, идите с миром. Лукьяныч, хочу с ним без всех поговорить. Один. Ну, а в школе поцелую его, сам знаешь. Жди меня. По Москве басня ползет. Что на тебя благодать снизошла. Будто ты тут святой стал. Хочу покаяться, отец. Прими исповедание мое. Хоть и жив я, но мертв перед Богом. За мерзости свои. Иссохли во мне кости, и уны во мне дух мой, и нету помощи мне ниоткуда. К тебе прибежал. Да. Распростерся надо мной гнев Божий. Поляки давят. Новгород бунтует. Понял я, что же Димон-то, сатана, а Новгород, зверь его. Близок страшный суд. Отец, оставь обиду, а? Окажи милость. А? Благослови меня на подвиг мой. Яви раскаяние в делах твоих. Останови кровь. Не любишь ты меня. Не любишь. А тебе какой царь-то нужен? Тот, кто правую подставит, когда по левой бьют? А кто злодеев-то в узде держать будет? Кто царством править? Да. Может, я и грешник по делам-то своим. Как человек-то я грешник. Но как царь-то я праведен! Уходи, государь. Нет тебе моего благословения. Пусть исполнится воля Божия. Пусть исполнится воля Божья. Прощай. Басманов, Лёшка! Домой меня провожай. А
прочие пусть Лукьяныча дожидаются. Прости, владыка. Служба. Оба мы служим. Хочешь, я тебе волю на ладони принесу? Ты ведь того благодать снискал. Гаргульщику бельмо снял. А жить хочешь? Гаврилушку моего, а? Сыночка, ножка во него сохнет, а? В монастырь тебе надо, Григорий Лукьянович, навсегда. Господь дитя помилует. Не могу я. Государя служу. Вот. У него тогда чуды проси. Но это у меня чудо не вымоли. От тебя чудо я не хочу. Владыка святой, подай благословение царю идти походом на Великий Новгород. Нет ему благословения. Делай, друг, зачем пришел. Царь небесный. Указ от царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси об искоренении изменников и воров в государстве нашем. Всем богомольцам нашим и всем приказным людям, да всем православным крестьянам собираться на Москве в Белом городе у поганой лужи на Харлампе в час шестый, радоваться государям, царем и великим князем Иваном Васильевичем всея Руси на мучения великие изменников и воров. А кто ослушается и радости государевой не порадуется, и быть тому от нас в опале и великом градском наказание! Понял!
мертвец. Ты мертвец! Тебе его из алтаря нашего! Не войдешь в храм, сатана! Отдай его мне! Где мой народ? Боже, милостив будь мне грешным. Боже, милостив будь мне грешным. Где мой народ?